И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте сейчас сделаем вигвам. Чтобы, значит, у нас появилась деревня для индейцев, где будут тоже какие-то события, нужны вигвамы. Так, как это сделать не в блендер? В блендер, понятно, там это все дело просто делается. Принцип, в принципе, будет, наверное, одинаковый. Я вот первый раз начинаю сейчас делать этот вигвам. Так, с чего начнем? Ну, я думаю, давайте добавим. Так, а какой тут? Ну, давайте добавим цилиндр. Вытянем цилиндр. И что нам нужно сделать? Включить Edit Mat и зайти. Так, выровнять сначала его. Shift, левая кнопка мыши. Потом Initialize. И первым делом сделаем пустоту в голове, да? Сильно тонко делать не надо, чтобы потом при данной мыши это не разорвалось. Так, ну это много у нас, да, ребер. Много надо будет палок вставлять. Значит, дивайды давайте немножко уменьшим. Так, вот это вот будет, наверное, не знаю, многовато, наверное. Это маловато. Ну, давайте где-то так. Теперь, значит, ребра здесь будут у нас, допустим, рейки. И нам нужно это вверх это как-то сузить. Узить, по-моему, да, вот эта клавиша мы узим. Так, что у нас там сверху? Ну, тоже маловато не надо. Давайте чуть побольше сделаем. Так, в принципе, заготовка у нас есть. Так, теперь мы нажимаем Make Polymesh и начинаем с этим делом работать. Заходим, найдем, опять же, Append, найдем или сферу возьмем, или куб. Я думаю, давайте возьмем. Так, что мы возьмем? Ну, давайте куб. Выберем куб и, значит, куб уменьшим. Так, как-то так. Подведем куб. Наметим, где у нас тут будет вход. Значит, чуть его сплюснем, наверное. И как бы... Ну, давайте еще раз сплюснем. Вот таким вот образом. Пока. Вот так вот. И заведем поглубже в наш mesh, чтобы все вычесть. Ставим, делаем сначала геометрию, делаем DynaMesh всему этому делу, кубу. Потом нам нужно сделать без сглаживания. Вот если сейчас мы сделаем Ctrl-D, видите, у нас сгладится наш вот этот вигвам, фигвам. И значит, делаем DynaMesh на низких полигонажах. Ну, вот 57 тысяч полигонов, это достаточно. Теперь делаем, ставим на вычитание и с верхней, значит, Subtool объединяем Merge Down. Окей. И значит, Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем выделение, вычитаем наш вход. Так, фихвам есть. Теперь что нужно сделать? Фихваму нужно добавить рейки. Это append, добавим цилиндр. Так, это куб. Добавим цилиндр. Выберем Alt, левая кнопка мыши, цилиндр. Теперь все это дело уменьшим. Так, чтобы его видеть хотя бы, да? И вытянем. Так, еще раз вытянем. Это значит, будет он толстоватый. Значит, мы его еще раз уменьшаем и еще раз вытягиваем. Ну, где-то так, я думаю, достаточно. Теперь мы его повернем, выведем на наш вот этот фихвам и подставим, перекрутим, значит, по ребру вот этого фихвама. Так, ну, где-то так. Смотрим. Ну да, на ребро он попал. Плюс-минус. Но это нормально. Там если что, поднатянем потом. Теперь ставим на прозрачность. Ставим вот в такой вот вид. И теперь смотрите, что попробуем сделать. Это значит... Так, будем вытягивать Ctrl. И перекручивать. Не обязательно прям, ну как...
к ребрам попадать, да? Так, как бы так бы вот. Не столь это прям принципиально, прям попасть точно в ребро, да? Но надо попасть, чтобы он был заведен в наш mesh. И, значит, перекручен. Вот это вот здесь, да. Да, она, думаю, и в Blender была бы такая же свистоплясия, потому что, ну, так как-то, да? Так, можно чуть-чуть его так под каким-то ребром подправить еще. Ну, как-то так. Потом, если что... А потом ничто, мы потом это дело не сделаем. Давайте заведем побольше прям. Так, теперь то же самое, но теперь я буду, наверное, вот так вот вытягивать. Так, и вот так вот его выкручивать и подгонять. Угу. Заведем фиг вам. Так, ну пока так. И значит теперь Ctrl, левая кнопка мыши, вытаскиваем его на другую сторону. Так, это где-то ребро будет тут. Тоже чуть-чуть это дело, значит, подкрутим. Подставим. Где-то одну можно еще побольше сделать. Растянуть. Ох ты, многовастенько. Так, а ну-ка, оп. Подкрутим, подгоним, заведем. Так, ну как-то так-то. И еще, значит, что сделаем? Ctrl еще одну добавим. И, значит, развернем, чтобы их, ну, по ребрам побольше было, да? Так, как-то так вот. Угу. Так, нам еще понадобится центральная вот здесь вот, вот эта штука. Так, как бы, да? Сейчас самый вот этот мозгоправильный вариант сделаем. Так, вот она, да? И значит... Здесь она выравнивается, здесь она где-то подгадывается, здесь она где-то подтягивается. Так, снимаем маску и делаем какую штуку? Делаем Modify Topology Mirror and Well. Так, ну как бы так бы, да? Так, все, над входом у нас нормально, лишних бревен нет. Прозрачность убираем и видим, что у нас чуть-чуть тут, да, как бы надо поднатянуть вот эту, сделать скайл. Вот так вот. Так, здесь потом что-то поднатянем, чтобы, ну, она не правильной формы прям сильно была, да. Где-то шарейку они чуть больше отвели, где-то что ж по геометрии все строили. А нет, не верим. Так, теперь что у нас получается? Нам, получается, нужно сделать для вытяжки. Я, конечно, очень сомневаюсь, что вытяжка работала у них именно так. Это X-симметрия. И, значит, вот эту штуку мы... Оп! Чуть-чуть прямо вот так вот по рейке надуваем. Так, здесь края приподнимаем. Здесь можно чуть еще побольше ее запустить. Ну, чтобы потом можно еще было анимацию внутри сделать. Вот видите, что здесь нужно будет вот это все поправлять. Сейчас все это дело сделаем. Так, у нас здесь вытяжка. Что мы делаем? Мы добавим, значит, теперь append и добавим куб. Alt, левая кнопка мыши, выберем куб и сделаем ему прям хорошее такое сплюснуние. Ну, пусть потолще, больше бы ее видно было.
Теперь этот куб мы ставим треугольником и уменьшаем. Бамс. Выводим его, значит, на нашу вот эту штуку, но еще чуть-чуть доводим. Перекручиваем. Вот. Как бы так бы, да? Подводим немножко повыше. Вот так. И делаем геометрии Mirror and Well. Так, теперь что у нас получается? Мы еще подкручиваем больше, значит, выводим к середине. Потом натянем. Главное, чтобы они соединились. Так, есть такое дело. Так, и делаем теперь, значит, наверное, Dynamesh. Dynamesh делаем побольше, чтобы это дело все не разорвало. Ставим кисточку Trim Curve. И, наверное, отрезаем где-то так. И отрезаем внутреннюю часть. Так, есть такой... Опа! Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, делаем Dynamesh. Ctrl, левая кнопка мыши. И пробуем еще разок. Ну, так уже получше. Опять делаем Dynamesh. Пробуем обрезать еще побольше. И вот она закрывается. Не есть good. Значит, чтобы она не закрывалась, надо сделать ей деформацию inflate. Сделать Dynamesh. Шифтом тут все выгладить. Еще раз сделать Dynamesh. Вот теперь пробуем. А ну-ка, как нам позволит она обрезаться? Значит, сделаем какую штуку? Вернемся вот в такую позицию. Сделаем ей, значит, inflate. Сразу чуть побольше. Поднадуем, потому что, ну, тонкая рваться будет. Геометрии, значит, делаем Dynamesh. Сразу обрезаем. Давайте вот так вот. Раз. Так, и обрезаем тут. Как-то так-то. Так, теперь что нам нужно сделать? Подвести ее немножко поближе сюда. Сделать Ctrl, левая кнопка мыши Dynamesh. Выбрать кисточку это Topology. И вот так это все дело аккуратненько. С надувом вовнутрь. Не без этого. Значит, распахнуть вот эту штукенцу. Так, ну как-то получается так, да? Тут чуть-чуть можно еще где-то поднадуть, поднаправить, чуть шифтом. Значит, еще раз, давайте расшифтом я выглаживал деформацию. Инфлат я еще надую. Вот так. Ее и виднее будет, и будет потолще выглядеть как бы мультяшнее, да? Так, теперь вот делаем Modify Topology Mirror and Well. Маловато. Не вопрос. Alt, левая кнопка мыши, перекрутим Transpose и сделаем Mirror and Well. Во! Все, теперь мы здесь можем X-симметрию нажать. И тут уже вот с этой вытяжкой работать. Немножко подправим. Побольше сделаем вытяжку изнутря. Поднатянем немножко вот этот вот конец, край. Так, немножко вытянем наши вот эти, ага, Ctrl-Z, Alt, левая кнопка мыши, выравниваем наш транспоз. Ну вот так побольше сделаем. Так, есть такое дело, выберем нашу вот эту палатку. И немножко...
Вот так все это дело кое-где поподтянем. Так. Ну, чтобы внутри были, значит, наши вот эти палки, чтобы потом можно там было анимацию внутри делать, да? Так, ну, вроде бы ничего, да? Симпатюшно, потом подправим. Делаем append, и нам понадобится еще страпила. Выбираем цилиндр. Вытягиваем его вперед. Вытягиваем его вот так. И еще делаем побольше. Перекручиваем. Перекручиваем. Втыкаем в наши вот эти, значит, палки. Поднимаем где-то повыше. И делаем чуть-чуть попримитивнее, потому что, ну, не могли они прям так красоту какую-то навести, да? Делаем геометри, делаем Mirror and Well. Так, есть такое дело. Но теперь нам нужно под эти палки подровнять наши вот эти крылья. Ну, вытяжку, да? Так. Во. Туда подальше. И вот так они будут смотреться поприкольней. Так, где-то, да, вот чуть порыв сделаем, ну, чтобы симпатично было. Вот так, здесь где-то подтянем. Они же тут на веревках как-то ее, наверное, крепят. Не так, чтобы прямо она раз там и зашита идеально. Так, здесь у нас тоже поправочка. Ну, как бы так бы. Ну, и чтобы не было этого шва, видно, да, вот так раз приподнимем. Поднатянем, поднадуем. Так, теперь нам понадобится дверь. Alt, левая кнопка мыши. Прям такая квадратная она не может быть. Нам нужно ее... Ага, видите? Чтобы ребра не потянуть, опять же, у нас там балки... Как бы вот так, наверное. Так будет симпатюшно тоже. Доставляем, добавляем append куб, делаем кубу. Опять же, какие-то, значит, наши вот эти уменьшения. Так, перекручиваем куб, вытягиваем куб, подгоняем куб к нашей двери и делаем ему scale. Перекрутку, подбавку. Так, чуть-чуть сплюснем. Вот так. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать DynaMesh, чтобы изменить сетку. Потому что сейчас тянуть нельзя. Если мы вот эту сетку начнем сейчас растягивать, потом будем делать DynaMesh, у нас тут разные стороны сетки будут пересекаться, и получится кака. Значит, что делаем? Делаем DynaMesh, переделываем сетку, включаем X-симметрию, и вот так это все дело подтягиваем к нашей двери. Так, оп. Можно ее побольше, конечно, делать. Там раз. Ну, как бы так бы. Так. Ну, и чтобы она прямо вот так вот раз провисала неровненько. Пойдет. Так. Вот здесь вот нужно, оп, центр подтянуть. А здесь как бы натянуть. Здесь она у них на картинке висит на палке. Я думаю, я это делать не буду. Если будет что-то нужно, мы ее как бы...
закинем, допустим, там костями в бок и там уже что-нибудь с ней сделаем. Отсюда добавим дым. Дым есть по прошлым роликам. Там добавим огонь. Так, а вот еще что нужно добавить. Добавим, давайте append добавим. Так, можно добавить цилиндр. Опять же, добавляем цилиндр, выбираем цилиндр. Сплюснем его. Так, Ctrl-Z. Бывает такая штука, не видно, не зато потянул. Так, раз, и мы его делаем потоньше. Так. Опускаем наш цилиндр. Смотрим, насколько он закрыл наш пол. Можно его даже вверх чуть-чуть приподнять. Вот так раз. Так, смотрим, многовато. Чуть-чуть уводим, где-то выравниваем. И где-то можно его, ну, чуть-чуть сплюснуть. Потому что у нас, вы видите, что не настолько ровный, значит, вигвам теперь. Потому что я поправлял по рейкам. Ну, все. Делаем теперь вот этой штуки геометри. Делаем побольше Dynamesh. Многовато сделал, но ничего, пойдет. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть, сколько у нас полигонов вот на этой штуке, и сделать чуть-чуть побольше. 230, нормально. Смотрим, видите, вот. За что я говорил, вот они, косяки, выходят. Где тонко, там и рвется. Так, мы сейчас сделаем деформацию, инфлат. Чуть-чуть поднадуем. И геометрию опять же попробуем сделать Dynamesh. Вот, видите, что полигоны вверху, когда сужались, они утоншились, приблизились друг к другу с двух стенок. И когда они близко стоят, они объединяются и получаются дырки. Так. Так, вот этой штуки мы делали Dynamesh, да. Ну, все, теперь нужно нам это все дело покрасить. Нашел я в Пинтересте, значит, картинку. Так, вот это мы можем тоже выгладить. Чуть-чуть подправить, натянуть. Ну, как бы так. Чтобы все было неказисто, потому что, ну, вот когда делаешь что-то, да, там вот, допустим, какое-то здание, и он реалистичен настолько, что он, ну, не получается его как-то сделать мультяшным. Чуть даешь какую-то кривизну, чуть даешь полноты, надувание чего-то, чуть где-то какая-то неказистость такая сделана, и все, заиграл, значит, по-мультяшному наш аппарат. Так, теперь текстуры, импорт. Я тут накачал, значит, с Пинтереста. Ну, мало, конечно, с рисунками этих картинок, да? Так. Текстура. Вот это. А ну-ка. Ну, вот давайте вот такую сделаем палатку. Но она, видите, что серая. Ну, пускай будет тоже серая, ничего страшного, да? Главное, что у нас есть вход. Перевернем, развернем. Так, значит, Z, отключим глаз. Найдем, где наш вход. Alt, левая кнопка мыши. Так, так, так. Переключимся на кисточку стандарт. RGB, Z. Так, закрасили. Смотрим, что у нас получается. Так, все прикольно, да, это есть, это тоже вроде бы как есть. Ну, так вот,
Ровно мы дальше, наверное, не дотянем, да? Shift Z, а ну-ка, Z. И получается, что... Попробуем, да? Нужно будет, вот видите, перекручивать. Подгонять и, значит, красить. Так, ага. Так, где у нас тут отверстие? Так, здесь у нас должен быть С. Значит, один персонаж. Вот это все мы замажем. Их симметрию отключим. Так. Z включим наш глаз и доведем сюда одного нашего коня. Выровняем наш низ, чтобы вот более-менее вот это все состыковалось. Вот так вот. Ну ничего, а чё? Ну ничего же получается, нормально. Так, теперь нам нужно докрасить нашу вот эту вот верхнюю часть именно таким же цветом, потому что если мы сейчас начнем тут изъеживаться, ну в принципе можно вот С, так, давайте X-симметрию включим. Уменьшим кисточку, сделаем С. Вот так тогда. От себя подкрасим. Выберем вот эти крылья. Тоже их покрасим в зеленый. Так, здесь у нас получается прикольная штука, но... Нужно что-то вот такое сделать, так? Так, и значит что? Тут коричневое, но мы выберем, наверное, черные нитки какие-нибудь. Так, Ctrl-Z. Так, так, так. Так, кисточку потоньше и попробуем попробуем, да. Так, а ну-ка, если вот, так, 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 ближе сюда держаться центру. Так, и значит зашиваем. Так, теперь тут С выравниваем, подгадываем и вот чуть-чуть, чуть-чуть сделаем как бы вот такую штуку, да? Так. Теперь давайте выберем палки. Вот эти палки наши. Так, этот цвет что-то мне не нравится. А ну-ка, ну давайте темно-коричневый. Коричневый тоже мне не нравится. Так, этот тоже мне не нравится. Вот,
Черные не покатят, да? Так, ну в принципе, чё? Поприятней цвет все-таки мурфин будет. Давайте посветлее выберем. Так, и значит, вот это все дело, побольше кисточку, и все это дело покрасим. Так, есть такое дело. Так, эти палки тоже. Их симметрию сразу включим, чтобы не забыть. Так, и значит у нас палки, вот они, мы их опускаем вниз и делаем merge down, объединяем вот с этими боковыми. Но это будет общий каркас, чтобы не делать, значит, им потом развертки, ну, в смысле как, ну, в принципе, вот 6000 полигонов, говорю, там децимейтнуть можно будет, и по барабану, что у них тут разные полигоны, вот, ну, Ctrl-W, но они все равно под рих не идут, распадаться будут, не будут, нам без разницы, да? Так, у нас теперь присутствует что? У нас присутствует палас. На палас текстуру импорт. Я тут кое-что тоже накачал. Может быть и не во время, да, вот того это так было. Но для палатки, в принципе, вот это пойдет. Так. Вот так вот. Так, и нужно сделать вот этой вот палатке, значит, нашему фигваму центральный вход. А тут какой он? А ну-ка, Z уберем одну текстурку и выберем вторую, да? А, тут как ковер. Видите, тут, не знаю, видно вам? О, тут тоже какие-то мотивы. Ну, мы сейчас это дело обойдем с этими мотивами. Подгадаем. Так, уменьшим. Еще раз подкрутим. Z. Во. Прикольно будет так. Как будто тут рыбы какие-нибудь или старая обожженная какая-то штука. Все-таки люди там живут. Надо к этому относиться нормально. Так, ну вот с бревнами, что-то мне цвет не нравится, а ну-ка. Так, черный это чересчур будет. Вот такие может быть, а ну-ка. Вот так как-то. Так, если сейчас мы скроем нашу вот эту вот окошку. Видите, тут проникнуть уже в блендер я был бы там, но не получается. Ну, видите, что ковер есть. Тут, а, кстати, а для костра. Так, ковер-то есть, это хорошо. А как же мы потом ковер...
поставим там этот огонь. Да. Ну, давайте сделаем дубликат. Ничего нет невыполнимого. Надуем, уменьшим, растянем, включим. Вот тогда будет как-то так-то. Сделаем Dynamesh, потом поставим на вычитание, переключимся на верхний, делаем Merge Down, окей, и значит Ctrl, левая кнопка мыши. Вот, а тут будет земля, а тут будет очаг, а это как бы ковер, да? Можно даже ковер еще вот здесь вот обрезать как-то, там спальные места будут тут. Словом, я не знаю, как у них там все устроено, но пусть будет тогда как бы вот такой круговой ковер, хотя навряд ли бы они такой сделали. Но все равно это будет все отдельно, так что можно внутри и оставить траву и землю, если уж на то пойдет. Ну вот такой вот у нас фигвам получился. Теперь что делаем? Делаем отдельно дубликат. Cancel. Так, делаем дубликат. На верхний делаем геометрии, делаем ZRMesh. Прям побольше. Потому что нам высокополигональные сильно они не нужны. Даже можно будет децимейтнуть потом модификатором. Вот, 1000. Нормально. Должно, наверное, быть. Так, раз. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Давайте еще Ctrl-D. И делаем теперь Projectile. Ага. Так, пардоньте. Теперь, значит, у нас надо отключить симметрию на нижнем. Почему? Потому что, видите, у нас рисунок. Опа. А почему я же рисовал тут коня отдельного? А, не, все правильно. Тьфу. Все правильно. Тогда не отключаем их симметрию. Ставим, я что-то немножко погнал, да? И делаем Project Alt, да. Заходим в The Plugin, находим UV Master. Вот он клон Unwrap. The Plugin копии. Нажимаем на наш фигвам. Past UVS. И делаем текстуры map. Я буду делать 2К, потому что 4К мне не нравится. Она там подвисает, подгоняет. Да? Так, видите, что у нас тут еще придется кое-что подкрасить. Да, ну это я уже в Blender тут вот эту ликвидирую, потому что сетка маленькая, и она натянулась сюда. Ну, ничего, это все поправимо. Так, делаем клон TXT, текстура FlipV, делаем экспорт формат PNG, находим все для индейцев, видите, помог, значит, мне как подписчик, да, вот гляньте уже сколько есть, значит, для деревни индейцев, большое спасибо, очень много времени мне это сэкономило. А что получится, кому интересно, смотрите, потом деревню буду собирать. Так, значит, что это я делаю? Вигвам, да? АБВ. Как же я его сохранил? Каноэ, Индиана. Так, надо поглядеть.
закинул в индийского коня. Кстати, конь с брычкой, с анимацией, с путем уже можно качать. Я его закинул в группу, если кому-то нужно. Так, и что я хотел? Вот эту сохранить, да, экспорт PNG, вигвамы. Вигвам 2. Сохраняем. Ну, normal map, тут ничего не выдавлено, я, наверное, делать не буду. Так. И теперь заходим в геометрии. Del lower на единичку, del hidden, и делаем экспорт. Экспорт, значит, это вигвам. Два. Так, значит, вигвам 2, потом это уже отключаем, делаем. Так, ну вот это тоже можно было объединить. Ну, раз косяка такого порол, делаем дубликат. Геометрии делаем. Так, ZRMesh. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D и Projectile накладываем наш цвет. Нижний Subtool можно отключить. Делаем что? Плагины. Word on Clone, Unwrap. The плагины делаем копии. Делаем the плагины Past UAS. И опять же вертаемся на текстуры Map. New from Polypane, Clone. Текстура Flip V. Почему, значит, делаю PNG формат, если кто-то не знает. Он легче. PSD формат очень тяжелый, да? Это, значит, вытяжка. Заходим в геометрию на первое подразделение. Вот видите, 1224. Еще можно было ниже сделать, но я децимейтну все это по любасу, потому что много мне не надо полигонов в это в окружении будет. Это значит вытяжка. Так, есть такое дело. Что у нас осталось? У нас осталась дверь отдельно для анимации и ковер. И, значит, вот эти палки. Так, палки. Прямо вот как есть. Не буду я ничего их заремешить. Хотя надо бы, да? Ну, не, не буду. Я лучше понижу потом полигонаж в этом, в блендер. Так, Word on Clone. Unwrap. Даже цвет и, значит, полигонаж можно поменять в это, в блендер. Копии. Ну, давайте, пусть у нее будет своя развертка. Так, это текстуры Map. Клон, опять же, клон. Текстура Flip V. Хотя она однотонная, можно было и не переворачивать, наверное. Так, экспорт PNG. Доски. Или рейки. Так, и тут то же самое, значит, геометрии мы ничего не прибавляли, просто экспортируем рейки. Так, что у нас получается дальше? Дальше у нас вот эта вот дверь, 2000 полигонов, да? Делаем ей дубликат. Ну, давайте на верхний попробуем прям, что у нас получится, геометрии, ZRMesh, и сделать прям, насколько она ниже выйдет, а ну-ка, и в каком качестве будет. Видите, 1000 полигонов, но ниже тут уже некуда. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Делаем Projectile.
Видите, какая-то, какая получается хренотень. Давайте ее так delete, окей. Она низкополигональная. Ну и пойдет такая, да? Давайте за плагины. Word on clone, unwrap, the плагины, копии, the плагины past. Так, так, так. И значит опять же текстуры map. New from polypane, clone. Текстуры flipw. Экспорт PNG. И получается, это двери, да? Если она начнет нам мозг парить, то получается, видите, у нее какая развертка. Надо было ее децимейтнуть и еще раз нарисовать на ней что-нибудь. Ну пусть такая сероватая будет, неказистая. Так, а вот ковер у нас прям задушевный. Так, что мы сделаем с ковром? А ну-ка, Dynamesh мы делали. Все, сделан Dynamesh. Когда вы проверяете, Shift, Ctrl-Shift и левая кнопка мыши нажимаете, если, значит, не меняются эти полигруппы, не выскакивают, то тогда нормально. Так, делаем теперь дубликат. На верхний дубликат X симметрия не надо. Рисунок разный, видите, да? Geometry Legation. Так, чуть ждем. Вот 654 000. А, 654 всего полигона. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ну, давайте еще Ctrl-D. 167. И теперь делаем Projectile опять, да. Нижний отключаем, верхний в хорошем состоянии. Вроде бы, как бы, сейчас посмотрим. Word on clone, unwrap. Прогнало, видите, как быстро. Аж незаметно было. Ох, ё. Полоской растянула ее. На редкость так. Зебра, значит, разворачивает PNG. Ковер. На крайняк его можно на коврике там порезать, да? Если вот такой круговой не нужен будет, то обрезаем. Все, и у нас остаются маленькие коврики. Так, 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 это у нас, значит, угу. Ну, видите, 654, а гляньте, какое состояние. Ну, на человеке так бы не было, конечно. Так, экспорт, это ковер. Так, заходим теперь. А, я же сохраню вот этот файл. Save as. Это будет у нас Wigwam 2. Вот такой прикольный Wigwam. Так, значит, на заставку скриншотик. BPR как ляжет? А, в принципе, без разницы. Угу. Вовнутрь бьет свет. Так, это дело, значит, я закрываю и идем в блендер. Итак, у нас, значит, блендер, закрываем, удаляем куб, заходим в файл импорт, находим опс формат, находим, значит, на рабочем столе вигвамы. Так, это раз.
файл импорт, опять же, общую, значит, это вытяжка. Ковер. Рейки. Все это дело выделяем и поднимаем, значит, повыше. Включаем, значит, наши текстурки. Так, ну это подправится здесь, да? Вот. Не знаю, как здесь будет камера снимать. Надо камеру тоже потестить, уменьшить, наверное, побольше. И посмотреть самый минимальный у нее размер, сколько она может в окружении вот здесь вот взять персонажей. Потому что если снимать тут только отсюда, вот можно из-за двери, да? Вот так, из дверей. Так, раз. Ну, посмотрим. Так, теперь, видите, у нас косяк вот с этой штукой. Вот. Заходим в текстуры Paint. Можно подкрасить тут. Выбираем S. А, не, S английская, да. И вот так вот все это. Опа, залез на соседнюю картинку. Вот так вот. Так, сохраняем нашу развертку. Вот там, видите, Save All Image. Вот это. Теперь заходим в UV. Так, не, зайдем в шейдинги и найдем нашу развертку вот эту. Вот она, видите? И теперь ее заново пересохраним. Файл Save. Все. Она там в папку сохранилась, потому что мы ее изменили. Так, ну вот такая штука. Теперь что делаем? Выбираем нашу эту. Шейдер Smooth сглаживаем. 9000 полигонов у нас получилось. Сетка у нас вот такая. Вроде бы небольшая, но для мульта, в принципе, я считаю большеватая. Заходим, значит, куда мы? В модификаторы. Находим Decimate. И вот это прям, эти еще прикольнее становятся. Так. Правда, растекается. Вот. Вот так вот можно ее, да, уменьшить. Вот такая сетка. Как еще можно сделать? Давайте попробуем другой вариант. Значит, выбираем нашу сетку, заходим в Edit Mode и находим Mesh. Находим Limit Dissolve. Смотрим, что у нас получилось. Видите, что текстуры кое-где потекли. Но сетка прям шиздец уменьшилась. Вот. Вот такой вариант. Ctrl-Z. Можно самому повыбирать, допустим, вот Shift-Alt. Вот эти через одну, вот эти наши, это, как это называется, сеть ребер, да? И попробовать Delete. Это значит ребра у нас, да? Эджи. О, подождите. Dissolved Edge. Вот они. Dissolved Edge. Вот уменьшился уже полигонаж. А все не испортилось. Видите, можно еще нижние вот эти поудалять. Так. Delete. Dissolved Edge. Так, здесь уже две рядом многовато, да? Вот, одну можно. Ничего. Там одну, да тут одну. Вот, еще тут можно поуменьшить. Так, это Alt.
Так, Ctrl-Z. Так, а ну-ка, значит, вот эту можно точно удалить. И вот эту. Не, эту нельзя. Так, давайте вот эту вас. Так, что такое? Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, да. Так, а ну-ка, delete. А ну-ка, смотрим, что у нас с картинкой. Нормально, так еще можно, знаете, и вот эти поудалять. Через одну, допустим, да? Опа, Ctrl-Z. Так, конечная только вот это, по-моему, да? А ну-ка. Ну да. Вот так еще можно поуменьшить полигонаж, допустим, файл open. Оставляем, ничего. Чуть подтянуть тут и будет нормальненько. Точно. А вот эти крылья, вот эти вот крылья, это можно децимейтнуть. Давайте децимейтнем. Apply. Так, делаем сглаживание. Потом вот этим палкам тоже давайте, можно их децимейтнуть. Во. Файл apply. И вот уже наша кибитка не 9000 полигонов, а 1000, так, ну почти 2. Можно, если еще палкам побольше поставить децимейт, а ну-ка посмотрим, сколько их хватит. Во, ну так вот нормально. Apply, а это тогда, чтобы они гладкие были, Shader Smooth, то же самое. 1791. Это я еще не трогал коврик. А коврик у нас вообще там что, он не весит ничего. Ну и вот нормально. В нормальном состоянии у нас палатка. Заходим, значит, в Sculpt Mode. Что у нас тут получается? Ставим симметрию, ставим тянучку. И чуть-чуть. Где-то что-то подтянуть. Ух ты, вот такая вот штукенция. Так, ну вот такая информация, и вот будет такая деревня, значит, с разными рисунками. Я еще пару палаток понаделаю. Какая-то палатка, может, с красным верхом будет, вот этих оленей сотру с нижним кантом, просто серое сделаю. Где-то коврики разные будут, там еще что-то, ну. Alt-H. Так, а куда я дел этого? Дверь. Удалил, что ли? Alt-H. Так, здесь она не присутствует. Давайте дверь. Файл. Импорт. Опш. А дверь-то я не сохранил. Развертку сделал, а дверь не кинул. Расшиздяй. Ну ничего. Можно зайти ее скинуть. Там файл сохраненный. Так что не проблема. Вот такая вот штука. Все, всем пока, до свидания.